Да, отличное настроение, потому что давно уже не видел ребят и очень соскучился за ними и по работе тоже. И наконец-то уже начинаются тренировки с командой. Отдохнул я хорошо, но все равно ноги скучают за мячом, так что с хорошим настроением выходим на тренировки сегодня. Давали нам тренировки с 26 числа, надо было начать. Мы все делали эту программу, так что мы готовы к тому, что будет сейчас на сборах. По планам багато матчів контрольних, які очікування від зборів? Это отлично. Вот как по мне, я быстрее набираю форму, когда игр много. Так что наоборот, это хорошо для команды, что у нас будет много игр. Наберем быстрее форму. В межсезонье тебя сватали в другие клубы во время отпуска. Разве есть слухи? Да никаких слухов. Ну, слухи были, я тоже видел, да. Но это вообще не касается меня, потому что я ничего не знаю. И моя задача остаться в «Динамо». Я везде это говорю и всегда буду говорить. И я буду здесь добиваться места в составе. Всех хочу поздравить с новогодними праздниками. Пожелать в новом году побольше нам побед и завоевания трофеев. Эмоции только положительные, потому что давно никого не видел, все отдыхали. Интересно расспросить каждого, у кого как прошел отпуск, новогодние праздники, кто где отмечал. А медобследование, надеюсь, что все хорошо, как и ежегодно, то есть на это не зациклюсь, потому что всегда веду правильный образ жизни и ну, медобследование всегда показывает все хорошо, всегда готов. Медобстеження кругом однакові, чи взагалі вони чимось відрізнялися? Ну, здесь более углублено, здесь очень много, все проверяют и долго, поэтому здесь намного больше. Угу. Які задачі давали на підготовку тренера? Тобто кожен займався самостійною роботою, що вам задавали? Ні, нам давали таку общу для кожного. Там буквально вот как раз там с числа 26-го поддерживающий режим и в тренажерном зале, и бег, там, и плавание, то есть и упражнения на пресс. И так, они для каждого индивидуальны, потому что каждый знает, сколько себе надо, а нам дают примерно один уровень, который мы должны делать, а каждый уже в зависимости от нагрузки к своему телу сам понимает, сколько ему надо, больше или меньше. Планы только положительные, потому что нужно хорошо подготовиться на сборах. Уверен, будет очень хорошая работа. А от второй части сезона, конечно, ожидаю только побед в каждом матче и другого настроения нет.